Всех друзей приветствую на своем канале. Хочу снять вот такой небольшой обзорчик по поводу того, что у меня сегодня годовщина. Я не к тому, чтобы меня кто-то поздравлял, да? Меня уже поздравили с Ютуба, прислали вот такой вот тортик. Ну и поздравления с годовщиной. То есть сегодня ровно 7 лет, как я закинул первое видео. Вот хочу кратко озвучить, что меня сподвигло это сделать, скинуть первое видео. То есть, почему я это сделал. Ну, попал я в один дом, и там работал один шпаклевщик. То есть, он уже был ознакомлен с Ютубом. Закидывал ролики, немного у него, но уже было. Я как-то не имел представления, что там что-то можно закидывать, это там большая проблема. То есть, коротко скажу, не для моих мозгов. На что мне мой знакомый шпаклевщик сказал, что нормально все будет. Пока нет просмотров, но если будут интересные видосы, тогда они, возможно, появятся. Ну, я ему тогда задал вопрос, а какой шанс у нас, допустим, видео на тему плиточника. Можно ли развивать эту тему, какие просмотры, на что он мне и ответил. Ну, на тему плиточника довольно-таки не так уж-то и много, можно попробовать. В то время как раз у меня был фотоаппарат Sony, я сыну покупал. Ну и вначале, перед тем, как где-то что-то снять, конечно же, я зашел в YouTube, начал смотреть ролики. И единственный ролик на тему плитки, на тему плиточника, я нашел на канале «Ремонт квартир своими руками». Это Александр Смольников. Первое видео на тему плитки, как правильно класть плитку, я посмотрел на его канале. Но единственное, что мне не понравилось у Александра, было слишком все примитивно. То есть гребенка была, простой шпатель гребенчатый. Но вот он не прямо его держал, не как-то вот под каким-то градусом. И постоянно то больше, то меньше, там он больше нанесет, там меньше. На плитку также, я не помню, наносил, нет. То есть, мне показалось это видео слишком примитивным. И вот со времен, наверное, перестройки что-то такое вот непонятное для меня. Потому что я уже в то время приобрел нормальную гребенку 60 сантиметров. Посередине такая ручка желтого цвета, может кто-то помнит, фирма какая-то тоже была, ну, такой довольно-таки весомый, до сих пор он у меня лежит, может быть как-нибудь я еще буду такие ролики снимать и покажу первые свои инструменты, то есть и в то время, то есть не 7 лет назад, где-то 8, а то и 9 лет назад я приобрел себе плиткорез Elmos, это немецкий плиткорез, я с него начинал, до сих пор работаю. В общем, посмотрел одного, второго, третьего. Все бегают со шпателями на коленках. Что-то там труд непонятно. Непонятный слой, неконтролируемый. Никаких СВПшек нету. Дистанционные крестики. Ну, то есть, все как-то мне показалось слишком примитивно. Из-за чего я и решил снять небольшой ролик первой своей работы. То есть я намешал клея не совсем таким густым, как обычно это делают, немножко пожиже, так как у меня уже керамогранит шел более такой плотный, не такой, как на видео я видел, вот, ну, поняли, да, такой внутри коричневого цвета, вот пилишь его, и он получается у него не белый, не гранит, а коричневый. Как с глины, хотя он называется керамогранит напольная плитка. То есть я понимал, что под эту плитку надо делать
погуще, но для керамогранита с более большой плотности густой вообще не прилипает. Я попробовал, вообще не липнет его и так, ну, тяжело пристукивать это, ну, качество ухудшалось. Поэтому я немножечко сделал жиже, что и привело интерес в Ютубе к моему видео. Я его сделал пожиже. И я тупо прямо, ну вот, тупо брал это ведро, переворачивал и заливал ряд. Ряд залил, этой своей болотной гребенкой пронесся. И по две плитки, там, по-моему, 1.20 на 20. По две плиточки уже с СВП я укладывал эту плитку. То есть уже СВП было. Я это СВП тогда приобрел в Леруа. Ну, очень первые эти СВП были очень дорогими. Сам зажим, щипцы только стоили в то время 3000 или 2500 или около 3000, что-то такое очень дорого. Эти СВПшки, что-то там выходило около червонца у меня, все на все про все, чтобы это набрать. Не так, как сейчас. Сейчас этого всего много, то есть и доступно, и недорого. Вон у меня тоже по промокоду проходит на 10% скидка. Тоже есть, кто хочет, может заходить, заказывать хорошие СВПшки. И подковы там, и ТТшки там, ну, разные есть всякие. Так, в общем, сделал я видео, надо его монтировать. Монтировать не умею. Попросил своего сына, он мне скачал какой-то Vegas, Vegas Pro, по-моему. Немножко показал, как там резать, подсоединять скорость туда-сюда, переходы. Ну, так, кратенько показал, там кое-что я еще в Ютубе посмотрел. То есть, кое-как я смонтировал это видео, залил туда музыку. Музыку мне тогда делал мой сын Дмитрий. Он только начинал. Начинающий. И вот такая у него такая музыка со вставкой по-английскому. Вставил он там такие ругательные слова. Ну, интересный такой ролик получился довольно-таки с этой музыкой. То есть без озвучки, чистая работа и музыка. Все, залил я его. Ну и какое-то время я не заглядывал в YouTube. Начал делать еще один объект. Довольно-таки серьезный он у меня уже был. Я опять же начал снимать, потому что это было интересно. Там шли вставки, металлические вставочки шли. Декор медный, по-моему. Потом ковер шел, то есть резался полностью по диагонали. И просто плитка 60 на 60. То есть интересный такой был дизайн-проект. Я решил его заснять, как я распускал эту плитку на плиткорезе. Это тоже я все снял. Там еще плиткорез у меня новенький, видно. Ну как новенький, где-то год ему в то время было. То есть он еще хорошо выглядел, не так, как сейчас. В общем, наснимал материал, думаю, посмотрю, что там в Ютубе. Захожу, а там просмотры, прямо такие хорошие просмотры. Я не помню сколько, но мне показалось довольно-таки много. Посмотрел людей, много комментариев всяких первых. Первое видео у меня, ну, тут даже есть название. А, вот, укладка керамогранита на пол быстро и качественно. Вот это вот видео я выкинул первое. Так, сейчас попробую зайти. Ну вот она, такая примитивная музыка. Сейчас я вставлю само видео, чтобы поняли, что за видео. Ну, в принципе, вы поняли. Комментарии здесь есть. Так, комментарии. 146 комментариев. То есть вот такое вот примитивное видео первое, интересное довольно-таки, более-менее такое современная укладка, быстрая или скоростная, как правильно сказать.
Хотя тут у меня названия нет ни скоростного, ничего. Просто укладка керамогранита на пол быстро и качественно. То есть я почитал комментарии. Ну, я сейчас не буду разбирать, какие там были комментарии. Я такой короткий ролик сейчас записываю. Просто на тему годовщина моего канала. Поэтому не буду ничего разбирать так особо. Ну, я ознакомился я со всеми комментариями. И отталкиваясь я от этих комментариев, большинство да попросили продолжай, снимай, давай, интересно, что там будет дальше, какая работа. Вот, немножко заинтриговал меня народ. И я все-таки взял то, что наснимал вторым роликом. Сделал монтаж. Озвучку я не делал отдельно, так как я сразу же говорил на камеру. Ну, кое-что, может быть, я и правильно говорил в то время. Все, тогда это все, тогда эти все технологии только начинались, перестройка, это все, все это переходили со старого на новое. Вот эти СВПшки появились, новые гребенки. То есть было очень интересно. Всякие новейшие плиткорезы. Тогда начал вот этот рынок расти на эту тему. Я очень сильно заинтересовался, тем более у меня какая-то аудитория появилась. Мне очень интересно уже стало снимать для кого-то, потом показать. И то есть мне, может быть, кто-то посоветует, а может быть, я кому-то посоветую. То есть это не будет плохо. Тем более, если кто-то захочет мои работы посмотреть, я открою YouTube канал, дам ссылку, вот, заказчик посмотрит и сам уже, отталкиваясь от моих работ, уже сам даст свою оценку, надо ли меня нанимать или не надо. Делаю монтаж второго видео. Как я и говорил, я его не озвучивал, то есть озвучивалось оно у меня напрямую. То есть тоже так немножко примитивно получилось, но получилось то, что получилось. На первое видео, которое я снял 7 лет назад и скинул в это время, я оставлю ссылочку в описании в первую очередь. И на второе видео, которое я сделал, исходя из комментариев подписчиков, я оставлю чуть ниже, также под описанием видео. Ну, дальше было очень интересно. Дальше я еще одного человечка нашел, который клал на слой, и у него было больше миллионов просмотров, на что я просто охренел. Ну, я немножко вас заинтригую. Может, кто-то догадается, кто это. Вот. Ну, и в следующем разборе я, в принципе, могу рассказать эту тему, такую смешную, на которой меня постоянно что-то наталкивало на какую-то мысль, что-то сделать новое. Мне постоянно пишут, не изобретай велосипед, он уже есть. Но это не так. Шли новые материалы, новые гидроизоляции, пошел полимер, СВПшки, инструменты, то есть все обновлялось. И это было интересно. Конечно же, я ничего не пропускал и старался все это как-то показать на своем канале. Ну, а сегодняшняя тема у меня, конечно, это праздник. Ну, не для меня, а для моего канала. Ровно 7 лет моему каналу. И он вырос благодаря вам, подписчики. Кто подписывался, кто поддерживал меня. Я всех благодарю. Большое спасибо вам за то, что смотрите меня. Обсуждаете, ругаете, где надо и где не надо, тоже это нормально. То есть мы учимся на этом. Полностью анализируем ситуацию, взвешиваем от А до Я и делаем соответствующие выводы. Я думаю, что все на этом учатся. YouTube всем помог. Ну, мое мнение, наверное, такое. Мне, по крайней мере, он помог. И дальше развиваемся. Дальше все интереснее и интереснее. Всем большое спасибо за поддержку канала. Всех поздравляю с наступающим 2023 годом.
И пусть он у нас будет не таким, как этот год, а намного лучше, светлее. Дай Бог, чтобы был мир на нашей земле. Всех еще раз благодарю. Еще раз всем большое спасибо. И всем пока.